Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. И его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Если добьюсь его доверия, это поможет расследованию. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. У тебя новый просто шок. Виток конфликта. Вокруг Арктики. Накануне патрульный катер ВМС США столкнулся с российским транспортником. Пока обошлось без жертв и повреждений, с обеих сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Министр обороны Деннис Рикс назвал это возмутительной провокацией, которую нельзя игнорировать. Мне полегчало. Другие страны региона, в частности Швеция и Канада, уже скоро, призвали стороны немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе того, как... Ух ты, Коннор. Я думал, твою задачу здесь сняли. Только что продлили. Хэнк, наверное, будет просто в восторге. Ты был прав насчет того андроида. Так и сидит себе смирно в камере. Сегодня вот увезти должны. Внимание, в его отрезке движение сильно затруднено.
Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании CyberLife. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только CyberLife. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из CyberLife прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод! Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение! Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят.
Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так! Еще не хватало, чтобы робот учил меня, что делать! А ну пошел вон отсюда! Хорошего дня, капитан. Они уничтожат меня. Это возможно. Будет анализ биокомпонентов. Им надо понять, что произошло. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Ты сделал скульптуру. Расскажи мне о ней. Меня ждет смерть. Открывайте камеру! Скорей! Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут.
чё? Чё вылупился? Пошёл ты! Сраный робот. Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Приветствую, детектив Рид. Я такого еще не видел. Что за модель? РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так, что ли? Эй, сделай мне кофе у шлепок. Ну что стоишь? Мой тебе совет. Держись подальше. По данным ряда экспертов, полиция Детройта получила от Гиберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились в Киберлайф за комментарием, но в компании заявили, что все заняты. Первая книга, написанная искусственным интеллектом, не успела выйти, а уже пользуется буквально оглушительным успехом. Мечтают ли люди о теплокровных овцах? Этот роман уже стал главным бестселлером. Критики в один голос хвалят оригинальность и необыкновенную глубину этой первой работы. Новое детище Гиберла. Thank you.
Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить, у вас какая-то особая причина презирать меня? Да, есть одна. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Сорок три досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель АХ-400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Меня назначили выполнять расследование. А не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк! Была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня! Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю.
Есть информация о модели AX-400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Ривенделле. Хорошо. Thank you.